вот, с вами снова Лена и снова из Арамболя. Опаньки, смотрите. Так, сейчас, подожди, сейчас мы будем включать эту самую вспышку. А что вспышка не включается? Ладно, вспышка не включается. Короче, ребята, у нас вот здесь пирожки. Еще тыква и пюре. Есть с... Он немножко устал, потому что он пышный, объемный. Это с капустой. С капустой. Вот, осталось два вида, был еще с яблоком и с папайей. Вот. Готовлю дома пирожки и их, по сути дела, либо кормлю людей, либо их пытаюсь продать. Такое. Вот, короче, у меня есть знакомый, с которым мы познакомились совершенно случайно, потому что он смотрел мой стрим. Ай, поставь назад. Ай-яй-яй-яй. Поставь назад крышечку. Он смотрел мой стрим и во время стрима пришел познакомиться. То есть, как бы, это, наверное, один из редчайших случаев, когда мой зритель пришел познакомиться со мной. Расскажи нам немножко о себе, но только так, чтобы тебя было слышно. Да, я, это, на молодежном слэге это называется застрим-снайпил. То есть, блогер дал геолокацию, где он находится, и все. Выезжай. Вот, я занимаюсь здесь на Гоа выпечкой, мыльными пузырями, собираю группу, выступаю со своими песнями, где придется, или просто играю на улице. Слушай, я тебя не видела, но одна женщина в серьезном возрасте, она когда рассказывала про Кукивала, она много-много рассказывала, и потом у нее начинало упоминаться, а еще тут был Гагарин, был космонавт, и он такой-такой, и она так тобой восхищалась, прямо сил моих нет. Ты выступал в Кукивала? Это где? Это где мы познакомились. Только с тобой, когда, и все. Больше туда не ходил. Ну, а где она? Она как раз там была, то есть, то... Блин. Я, может, с кем-то приходил. Слушай, не знаю, не знаю. Ну, в общем, надо как-нибудь заснять твое выступление. Ты, это самое, днем где, допустим, если... Я хочу в понедельник здесь выступить. Ну, здесь-то понятно. А где я, допустим, тебя могу на улице поймать? Ты же говоришь, что ты иногда на улице... Я с тобой заеду и все, поедем. Вот, вот, ты за мной заедешь? Потому что я хочу заснять, как ты играешь. Да, хоть на вот. Улице, хоть в кои-то веки я делаю рекламный ролик про пирожки. Вот. Все подробности в Телеграме. Все подробности в Телеграме. К этому видео будет прикреплено. На самом деле ты у меня очень темный, и ролик получается не очень удачный, но не суть. Мы снимем в следующий раз днем как-нибудь более качественно. А, вот. Да, покушай. Так, а кормить меня пирожками, так да, что да, кусать покушай. Будем прямо здесь и чавкать на камеру. Так, вот это с чем? Капуста. Это нет, это. Ну этот, как его? Тыква и пюре. Тыква и пюре. Вот этот. Капуста. Капуста, вот я хочу с капустой. Да, а вот этот. То же самое. Это три маленьких. Вот. Да, вот. Вот пюреник внизу, вот тыква вверху. Для человека, который, как я, является неправильной женщиной и не готовит, познакомиться с мужчиной, который готовит пирожки, еще задружиться и время от времени, когда тебе эти пирожки перепадают, это просто праздник жизни. Вот. Так, заканчиваем рекламное жевание. Вся дополнительная информация будет в описании к ролику. Ты зайди, напиши прям первый да. комментарий, и я его закреплю. То есть как бы. Да, я все сделаю. Всех люблю, всех целую. Бай-бай-бай-бай-бай. И вам того же.